Приветствую, друзья! Среди множества картин прекрасных есть одна прекрасная, которую я специально сегодня выставляю еще раз для нашей Любовь Абакумовой и для нашего Романа Газенко, которые ее всегда отмечают, эту картину. На самом деле она у нас и в книге опубликована, она у нас была много раз на разных сетях интернета, и участник события, и его свидетель. Да, очень хорошая картина, мне тоже очень нравится. Но ровно так же, как и «Ангел на велосипеде», с видео там крутятся колеса сансары, и медитация вон там за этой картиной там стоит. Ну, много у нас картин хороших. И вы, мои друзья, музы мои, которые поднимаете мне вдохновение. Ну, как говорится, душу поднимаете, и мне хочется рисовать и радовать вас. Хочу сказать важное. Дело в том, что сколько я смотрю в интернете, то только мы активно занимаемся, я бы даже сказал, не только активно, а интенсивно, обучением методикам работы с неопределенностью. Потому что неопределенность сегодня захватывает всех, сверху донизу, слева направо и справа налево, и взрослых, и детей. Никто не знает, что будет завтра. Есть, конечно, люди, у которых какая-то есть материальная обеспеченность, их завтрашний день не волнует. Однако, как говорится, и богатые тоже плачут, как было в сериалах. Есть люди, у которых есть духовная обеспеченность. Они верят, допустим, в Бога, кто-то верит в судьбу, там, в карму, там, или еще кто-то. Кто-то ходит по гадалкам, гороскопы верит, но есть какие-то точки опоры. Однако же, так как в этом веке, век развития интернета, когда такое мощнейшее противоречие возникло, когда все вроде бы доступно и в то же время недоступно. Обратите на это внимание. Да, это очень важный момент, такое сильное противоречие, просто потрясающее. И скорости сегодня необыкновенные. И поэтому я предлагаю вам, во-первых, в прозу Ру заглянуть. И там у меня есть болгарские рассказы о моей дружбе. Там, ну, потом он был министром иностранных дел Болгарии, Васил Байчев. С ним, с его Савкой женой и Баяном, с их сыном. Потом Баян и Савка, они в издательстве болгарском «Homo Futurus», который я подарил им название, издали несколько моих книг, а после уже десятки книг других авторов. Посмотрите, то время, тоже был июль, август, то время, болгарские рассказы в прозе Ру у меня там, сама атмосфера там вот эта вот интересная. И вот эта интересная атмосфера сегодняшнего дня, такого стремительного, развивающегося, необыкновенного, с ожиданиями большими и в то же время неопределенность. Напишу я новеллу, которая называется «Счастье в неопределенности», потому что технология работы с неопределенностью у нас развивается в нашей школе «Человек будущего» «Homo Futurus» очень интенсивно. У нас будет объявление завтра о ликбезе бесплатном очередном. И там мы кое-что и скажем, как работать с неопределенностью. У нас есть на что опираться в условиях неизвестности. Да, мы там об этом поговорим. И поможем, как всегда, тому, кому хуже всех. Да. Прямо на глазах, как обычно, по традициям нашей школы. Поэтому готовьте зум и ждите объявления. До встречи, друзья!